продолжим ролик по карбюратору. Я сейчас перебрался в другой гараж, у меня их два. И здесь вот хотел показать, вот как буду править. Ну, этот карбюратор, вот который я говорил, вот он изогнутый. Ладно. Сейчас вот эту вот плиту нижнюю я сделал из камазовской рессоры. Она чуть-чуть, рессора-то изогнута, и на таком расстоянии буквально чуть-чуть есть изгиб, вот так вот. И ничего подкладывать не надо. Я вот так вот карбюратор устанавливаю. Сделал вот такие вот пластины. Сделал, чтобы трубочку не демонтировать. Вот так ставлю. И уже ничего не мешает. Все, сейчас затяну. Обстучу, выправлю. Здесь вот само приспособление сделал. Швеллер большой взял. Вырезал вот такие вот металлические пластины. И здесь сделал, ну, такая же толстая пластина с резьбой. И винт в него заворачивается. Вот, с Наилем Мухаметовичем разговаривали еще вот. Когда-то в детстве, в юности занимался фотографией, и у меня остался старый фотоувеличитель. Это, конечно, уже сейчас в современную эпоху ненужная вещь-то. Ну, из этого вот вещи могу переноску сделать. А здесь вот что придумал. Я это все снял. И вместо фотоувеличителя приспособил вот такую штангу. Вот. И бутылочку. Здесь у меня мензурка. Вот этим я регулирую высоту. Какую мне надо. Вот так вот дальше показать. Вот. Наверное, уже догадались, что это проливочный стенд для жиклеров. Вот из старого фотоувеличителя изобразил такую вещь. Вот сюда вот это от капельницы шланг возьму. Проведу сюда и буду заниматься проливкой жиклеров для себя, чтобы проверить все. Вот такая вещь. Да, еще, кстати, зря не показал. Вот на солнышко выйдем вот так вот. Ой, плохо видно, да, ой. Как установил пружину-то? Ну-ка, на солнышко. Вот. Вот она сейчас. Ой, одной-то рукой как неудобно. Вот она сейчас все, пружину установил. Все, блокировка будет работать. Ну, дополнительно еще четвертый кулачок поставил. Ускорительный насоса. Резанный, как ныль. Изобретать их. Я тоже стал такие ставить. Ну вот, на этом эту часть снова закончим. Что-то интересное появится, еще дальше снимем.